Мам! Да, милая? А тебе когда-нибудь снятся кошмары? Про монстров? Ты не поверишь, снятся постоянно. И знаешь, что я делаю? Когда монстры приходят в мой сон, я пугаю их до смерти. Кричу, ору, и вот они уже бегут без оглядки. Надо быть ужаснее, чем они сами. Внешние признаки причины смерти отсутствуют. Ни огнестрельных ранений, ни ножевых. Ноги обо что-то сорваны. Клэр Севиньи. Руки скрещены на груди. Причем до убийства. Это желание доказать власть? Джеймс Дарси. Неправильно задаешь вопрос. А какой надо? Где остальные жертвы? Для того, чтобы понять и обезвредить человека с антисоциальным расстройством личности, психолог-криминалист должен вникнуть в логику преступника. А это может оказаться крайне опасно. Захватите хлебные крошки. Каждый раз, когда ублюдок кого-то убьет, ты будешь чувствовать вину. А нельзя. Я знаю, что тебе страшно. Страх возникает, когда не знаешь, что будет дальше. Это хорошая сказка. Со счастливым концом. Мой брат до сих пор числится пропавшим, но я знаю, что он мертв. Кто-то убил его. Он не только твой отчим, но и судья. Разве ты не чувствуешь вокруг остаточную энергию страха? Их души... Потемки. Не делай глупостей, увязнешь еще глубже. Я имею право знать. Он лжет. Советую подумать дважды. Обвинение в расстрелке ребенка серьезное штука. Это конец моей карьере и всей моей жизни. 34-701. Слушаю, 701. Код 3. Срочно высылайте подкрепление. Вот она! Господи, прости мне отнятые жизни. Оружие на землю! Живо! Включая ту, что я заберу сегодня. Все будет в порядке! Доводилось верить, кому не следовало. Те, что убивают.